Всем привет, на канале Сварное дело. Начинаем собирать колпаки на забор. Колпаки на кирпичный забор идут. Так, нарезаю такие вот заготовки уже. Заготовка. И это снизу будет кантик, 3 мм сталь. Это середина у колпака, 2 мм сталь. Здесь тоже. Все нарезали на плазме. Как бы загинать и решили просто нарезать, обварить. Как бы подгонка получается проще и быстрее. Хотя немножко больше сварки. Так, ну в принципе все. Начинаем сборку. Сейчас покажу, как собираем. Все, погнали. Так, ну все, колпачок готов. Вот такой у нас вышел, получился. В принципе, здесь все ровненько, здесь ровно, по всем краям ровно. На прихваточке поставил, все готово. Так, это место не стал пока зачищать, изнутри зачистил, потому что болгаркой потом не залезть туда. Так, это потом зачистим. Сверху тоже пока ничего не зачищаем. Вот такой получается колпачок. Сбоку он вот так у нас смотрится. Я считаю, колпачок неплохой получается. Да, и как вы можете уже увидеть, сделали таких мы уже 16 штук. Еще осталось, по-моему, один или два. Вот такие у нас колпачки получаются. Напоминаю, это идет на забор. На забор кирпичный. У кирпичного забора есть столбы. Вот на них будет одеваться. Ну, человек захотел такие вот. И сверху будет еще делаться завитки. Завитки из квадрата 10-го. Ну, там сверху два бублика и вензелек. Там пика, небольшие лепесточки пойдут. Так, ну, в принципе, все. Сейчас дальше покажу, как делаем завиточки, лепесточки. Греем, крутим. И, в принципе, устанавливаем. Все, погнали.
Так, ну все, наделал такие вот завитки на все колпаки уже. Это нижняя часть. В дальнейшем покажу, как еще будем прогинать вот здесь ребро ему. Так, это есть. И также наделал этих бубликов. Тоже на все уже наделано. Так, бублики тоже не одинаковые. Они получаются у нас один побольше, вторая сторона поменьше. Тоже сделано уже на все. Ну, в принципе, как-то все. Как-то так. Все, сейчас будем собирать. В дальнейшем покажу, как что получаться будет. Все, погнали. Так, ну все, устанавливаем колпаки. Такой вот у нас получается столб сложенный. Как раз я по размеру сделал наше посадочное место. Сейчас на внутреннюю часть намазываем герметик или герметик и ложим. То есть он здесь у нас прилегать будет. И все это дело застынет, никуда у нас не отлетит. Плюс у него посадка здесь такая широкая и будет держаться все плотненько. Еще осталось у нас там 1, 2, 3, 4. По-моему, еще штук 10 осталось. Вот один уже несколько штук поставили. Сейчас еще как раз покажу, как наносит герметик у нас. Так, вот колпачок у нас такой. И вот здесь наносим герметик с этой стороны. Сейчас ассистент у нас немножко намажет. Можно полностью протаскивать, можно плюшечки. Ну, то есть он засыхает, как бы никаких креплений, гвоздей, перфоратора здесь не надо. Как бы делали, все держит, все прекрасно. Ну и все, и сейчас потом ее ставим наверх. Вот два уже намазали.